Стихи Николая Рубцова о любви и родине прозвучали для волокжан в день открытия Рубцовской осени на литературно-музыкальном празднике у памятника Николаю Рубцову. Это мероприятие традиционно является центральным событием фестиваля. Люди готовы в любую погоду ехать, чтобы вот побывать на Вологодской земле, этим воздухом подышать, побывать вот там, где Рубцов сам любил гулять, где его памятник стоит. Среди гостей – исследователи творчества Рубцова, литературоведы, филологи и просто любители стихов поэта. Многие делятся своими воспоминаниями о Николае Михайловиче. С Николаем Михайловичем Рубцовым мы проживали вот в этом доме, 208-й по улице Набережной. Я жил на первом этаже, он жил на третьем. Поэтому мы хорошо лично общались, оба любили литературу. И я должен сказать вот что. Вот есть такая пословица, что если ты любишь дело, то дело полюбит тебя. Вот он был настолько увлечен поэзией, что он постоянно, казалось, сочиняет стихи. У памятника поэту для зрителей выступили 50 участников. Они подготовили 20 творческих номеров. Прозвучали стихи Рубцова о любви, родине и другие. И шум порывистый, и дождь. Стихи поэта сегодня можно было услышать и в областной библиотеке, где проходит конкурс чтецов. В нем приняли участие студенты и школьники Вологды. Я люблю, когда шумят березы, когда листья падают с берез, слушаю, и набегают слезы на глаза, отвыкшие от слез. Нас поддерживает действительно очень много учебных заведений. Мы здесь всегда наблюдаем вот такой диапазон разных поколений. Вы видите, что у нас большая часть, конечно, молодежи, но были совсем юные. Вот детсадовского возраста малыш выступал. Просто по велению души приходят и читают так, что оставляют вот как бы след в душе, как и молодежь. Для многих участников акция «Почитай Рубцова» не первое пересечение с личностью поэта. Любовь к его творчеству у волокжан появилась еще со школы. Лично я увлекалась этим. Моя бабушка очень сильно любила читать стихи Рубцова. И в школе я принимала участие в его конкурсе, ну, в конкурсе, связанных с Рубцовым. Я выбрала стихотворение «Я тебя целовал», потому что, наверное, это самое душевное стихотворение Николая Рубцова. Оно мне очень понравилось и запомнилось. Там очень односложная лежит рифма, то есть там не все четверостишие идут в рифму, и это очень привлекает. Традиционный для Вологодчины фестиваль музыки и поэзии, ставший 24-м по счету, пройдет с 23 по 26 сентября и объединит более 30 мероприятий, посвященных жизни и творчеству Николая Рубцова. Карина Ершова, Дмитрий Калининский, Михаил Протасов, Вологда РФ.